Вообще, сама по себе, Игорь, ты прекрасный человек. Потому что просто вот так расположить к себе людей и всех просто-напросто очистить и дать флаг на руки, чтобы они пошли и дальше процветали, редко кто может. Я тебе желаю удачи во всех твоих благих делах. И вообще, снимайся еще раз в каком-нибудь другом канале. Пускай побольше люди узнают и придут к тебе. Я желаю тебе спасибо большое.